17 октября состоялось открытие памятника Мусе Джалилю. Церемония открытия бюста поэту-герою прошла в ректорском садике в дворе Казанского федерального университета. С приветственным словом на открытии выступил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Пусть это местом станет единение, дружбы не только студентов Казанского университета, но и наших гостей Казани и Республики Татарстан с большим праздничным событием. А ректор КФУ Ильшат Гафуров объяснил, почему бюст открывается именно здесь, и рассказал о том, какое отношение имел Муса Джалил к Казанскому университету. Дело в том, что он учился на РАФФАКе, педагогическом институте. А все, что связано сегодня с новой историей нашего университета, это история всех тех шести образовательных учреждений, которые влились в федеральный Казанский университет. Среди гостей присутствовала и дочь Мусы Джалили Чулпан Залилова. Она неоднократно подчеркнула о важности и ценности этого события. Мой отец очень любил жизнь и очень любил молодежь. И то, что молодежь вот будет видеть и почитать этот памятник, это огромное счастье для всей нашей семьи. Очень символично, что в этом году отмечают 110 лет со дня рождения Мусы Джалили. И в честь такого юбилея был сделан подарок жителям Казани. Памятник был установлен благодаря Казанскому федеральному университету, Всероссийскому государственному университету юстиции и руководителю проекта «Аллея славы» Михаилу Сердюкову. В конце церемонии все гости возложили цветы к памятнику. Анна Глазунова, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.